И дальше передача Фрэнки де Йонг, Жорди Альба. И дальше Ансу Фати, оперативный простор. Ансу Фати бьет и... Это его. И уходит. Янич, Месси, Месси. Пасы прерывают защитники. Ну вот он, Лео бьет поворотом и промахивается. Воспользовался. К слову сказать, эти качества довольно точно, на мой взгляд. Обводка троих оставил неудел Сержиньо Дест. Назад под удар! Красивый момент. Красивый во всем. И удар, и... Получил мяч. Лионель Месси. Гризман не смог отдать. Удар поворотом и тащ! Очень спокойный вратарь. И нельзя сказать, что начали придумывать схемы защиты против штрафных Месси. Сейчас этой схемы нет. Сейчас просто удар. Месси! Окружают. И пробил по своему, по Серхи Роберто. Жорди Альба на вес штраф. Ну и вот удар! И вытаскивает вратарь снова. Здесь легко было, мне кажется, перепутать. Месси, Месси хочет забить снова, Месси. Но здесь он уже потерял. Потерял вот преимущество, которое у него... Которые сейчас на пару работают тренерами. И внешне тут совершенно... Передача, короткий пас. Но Барселона захочет еще момент создать, конечно. Тринкау пробил поворот.